Перенесімося знову до сєвєру Донецька і продовжимо обговорювати сесію у фактично обласному центрі. И как раз первое изменение после этой сессии вы услышите прямо сейчас. У нас в студии Григорий Прегеба, заместитель мэра города Северодонецка. Григорий, добрый вечер. Добрый вечер. Вас можно поздравить с новым назначением. Да, депутаты проголосовали, доверили. Я взял на себя тоже ответственность. Сегодня, да, на сессии как раз вы решались кадровые вопросы, изменения в структуру, и я назначен заместителем городского головы. За какую сферу отвечать будете? Ну, сфера, за которую мне придется отвечать, это самое главное, то, что за то, что никто не отвечал. Это переселенцы, это проблемы переселенцев, это помощь, которую необходимо оказывать, потому что более 50 тысяч сегодня только в Северодонецке проживает переселенцев, более, по-моему, 7 тысяч работников и на государственной службе, и в правоохранительных органах. Ну и люди, те, которые действительно реально переехали сюда, это, наверное, примерно около 15 тысяч. Ну, я не знаю, сколько семей, это малообеспеченные, мамы одинокие, которые сами воспитывают, и даже бабушки, у которых есть детки, инвалиды. Это те, которые сегодня, ну, не могут на той неподконтрольной Украине территории получать социальные пособия, пенсии. Ну, принаймні, ви так окреслюєте собі свій фронт роботи, але ж давайте про те, що передувало вашому призначенню, чому пішов Коростельов, на ваш погляд? Ой, ну давайте я не буду судить, почему ушел Коростельов. Я не знаю. Мы думку вашу пытаем. Ну, мою думку. Каждый, тот, который приходит себя реализовывать, во-первых, это должна быть, ну, какой-то стержень у человека, какая-то сильная личность в чем-то, именно то, что ему доверено. Сказать, что не сильный, как специалист Аркадий Валерьевич, это нельзя. Ну, где-то, наверное, скорее всего, наверное, не было опыта работы в государственных структурах. Может быть, вот таких, как орган местного самоуправления. Вы видели, как прошел год, и надо было брать на себя много ответственности, потому что, ну, много было, на что нас, ну, не мы сами, а оппоненты, там, команда гражданина Казакова вот, провоцировала. И, по всей видимости, наверное, Аркадий из-за своей вот, как-то вот такой характера правильного чересчур, наверное, может где-то, ну, может в чем-то и сломался. Я не знаю, может устал человек, потому что он, надо ему дать должность работоспособности, только позавидовать можно, насколько вот я там, ну, где-то могу активность свою управлять, но по усидчивости, по вот такой целеустремленности, именно по такой дотошности, он раньше 8 вечера с работы не уходил. Поэтому... У нас багато запитань з приводу цієї сесії, ми зрозуміли ваш коментар. Ми зрозуміли. Запитання до вас безпосередньо і, ну, пряме до вас запитання. Ваше сьогоднішнє призначення і наявність незакритої справи судової з приводу того, що вас звинувачують у корупції. Чи ви вже вирішили эти питания? Какая коррупция? Ну, как, в чем звинувачивают в коррупции Прегебу? Ну, это надумано все. На каких-то там, я не знаю, давление судей, или можно сегодня вот, за то, что я поругался на какого-то там идиота-чиновника, да, подать в суд на меня и выиграть всю справу. Или, ну, вот, вы знаете, уже как анекдот, даже в Киеве мне говорят: Григорий, что ты там за автомобили воруешь? Ну, вот автомобиль, который стоит в гараже, которому там 15 лет, который постоянно ремонтируется, угнал Прегеба. Ну, так захотелось нам, одному тут народному депутату и там продуманному пареньку, там, который его там опекает и в юриспруденции, ну, немножечко активность проявляет. Ну, правильно составили иск, подали в суд, и где-то в чем-то там, ну,
обвинили меня в том, что я, поставив автомобиль на ремонт, уехал в Киев, значит, я его угнал. Раз его нету, 2 или 3 дня. У нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, шановні телеглядачі чи радіослухачі. Добрий вечір, назвіться, хто ви звідки, ставте запитання, висловлюйтесь. Добрий вечір, з праздниками, прощаннями. Сидоренко Анатолій Васильович, учасник АТО, бойових дій, і я просто пригибу, просто... Пишаюся цей людиною, який виступив. Ви знаєте, я знаю, що в Сердонецькі, в нас Рабіцькі, ми підтримуємо друг друга, скажімо, наші команди, скажімо, і щоб він виступив. І люди должны понять тоді, коли ми всі виступаємо за Україну. Він виступає за Україну, бореться з цими маргіналами, які там. Вас всі уничтожають в Сердонецькій, ну в нашій Луганській області, теж Сердонецькій, і скажімо, Старобільській. І ми будемо підтримувати його дії. Красно, дякуємо. Дякуємо вам щиро. Дякую вам. Дякую, дякую. Я перефразую запитання, якщо можна. Сьогодні, давайте запитання. Сьогодні мало б на сесії, чи відбулося це у інтимній обстановці, без світла, обговорення і прийняття програми з приводу будівництва житла з ініціативи солдатських комітетів, що представляв офіцер Збройних сил Костянтин Ільченко. Він вчора був у нас. Ми прийняли цю програму. Спасибо, Кості. Да, це пілотний проєкт. І... Вы знаете, приятно для одних, но почему-то неприятно для других депутатов, когда действительно нас обвиняют в том, что мы тут что-то разваливаем, что-то захватываем. И он действительно дал оценку всем депутатам, сидящим в зале, чтобы они работали в конструктиве, вот так вот, как мы полгода поработали над этой программой для переселенцев-атошников, когда будет в Сиродонецке, при участии солдатских комитетов, которые практически входят во все профильные министерские комитеты. Вот построено это жилье. 2 9-этажки и 4 или 5, по-моему, 4-этажки. Ну, более 300 квартир. Это первый шаг такой. Да, был действительно озвучено, кто за сприянием кого вся программа, и того же Коростылева, и Будкова, и меня он назвал. И вот знаете, какое-то немножечко, ну, военного побаивается, наверное, некоторые наши кричащие там оппоненты. Но тем не менее... Приятно было слышать, что депутатов сегодня поблагодарили, вот участники, военные. Дуже стисло, тому що, ну, от учора ми розпитували про деталі, ми більш-менш знайомі, наші телеглядачі так само, хто нас постійно дивиться, земля, відведення, це вже є. На себе ми будемо брати горсовет, ми обов'язуємося на наш бюджет, це теж не безплатно. Так, звичайно, і проєктування, тим паче, і включення до генерального плану, комунікації, і все інше – будівництво буде ще вибиватися, так? На сьогоднішній день є програма, є государственна програма, є чи государственні гроші, або вони будуть, сказати, донорів, або спонсорів європейських, але ми готові в софінансуванні бути, як обласний, так і городський бюджет, думаю, в цій програмі. Зрозуміло. Тим більше ми знаємо, що і обласна програма для переселенців сьогодні предусматриває 150 мільйонів, наконец-то, я дуже благодарен, от, і замгубернатора, навіть хотів би поблагодарити, благодарить, что она внесла, и мы доработаем программу на следующую сессию, будет именно по переселенцам. Я как раз говорю про заместителя губернатора Ольгу Лишек, которая была, и благодарен Юрию Гарбуза, но чтобы это не было как вот слова пустые, чтобы наконец-то мы двинулись, и переселенцы, пускай это будет служебное жилье. Да, правильно, что когда-то закончится вот это... Война – это недоразумение, и многие вернутся, освободив эти квартиры. И эти же квартиры затем будут для кого? Для жителей Сєвєродонецька, для тех льготников. Ті, хто на конечно, знаємо, конечно. Многие здесь не будут. У нас есть телефонный звонок. Еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните? И задавайте свой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Александр. Я хотел бы гостю задать вопрос. Мы жители города Сєвєродонецька, Федоренко, у меня Александр, год уже стучимся во все стены по освещению нашей улицы, ну, нижней ее части, от Азота, Федоренко-Танкистов. 2 месяца, ну, почти 2 месяца назад нам поставили столбы.
Мы думали, свет появится до Нового года на улицах, дети еще будут ходить. Ну, и все. А мы поставили и забыли про нас. Скажите, пожалуйста, про нас забыли или свет, освещение улиц все-таки будет? Спасибо вам большое. Красный дякую. Раз поставили столбы, освещение будет. Коли? Поверьте мне. Одразу до вас запитання, як до заступника очільника міста. Я не слышал, как зовут Александр. Александру могу, чтобы был исчерпывающий ответ, можете завтра со мной связаться, можете завтра ко мне прийти, меня очень легко найти, я свои телефоны не скрываю, может любой горосполком его дать. Я просто уверен, что если столбы поставлены были осенью, в этом году обязательно будет свет. Я не курирующий зам, и не могу вот на сегодняшний день, вот сейчас именно вам сказать. Завтра я по 8-го приду на парадное, которые проводят и находятся все коммунальные службы, можете записать, ну, быстро мой телефон, я скажу, 050-230-43-36. Завтра позвоните мне в 8 часов, я вам дам ответ. Но я больше чем уверен, что освещение будет на этих улицах, я себе записал. Если можно, Александр, буквально 2 минуты, я бы хотел обратиться к руководству ЛЕО. Через одне запитання, будь ласка, там буквально, але дуже стисло в нас. Це дуже важливо. В нас стислий зараз регламент нашої бесіди. Сергій Самарський і підконтрольне йому підприємство, що мали сьогодні на сесії позбути землі, що відведена була колись, під зниклим, ліквідованим підприємством. Сталося, не сталося? І як ви це прокоментуєте? Ну, ви розумієте, Сергій Самарський... Его предприятие, оно известно здесь, в Северодонецке, то, которое мошенническим путем брало кредиты в Проминвестбанке, оформляло на своих работников, сегодня признано банкротом, и действительно сегодня мы выполняем только решение судов. Земля повертається у місто. Ну, звісно, ну, як би хто не говорив, як би хто не обвиняв, я не знаю, яка його там участь. Ми хотіли детально розібратися, але от в останній момент не можемо додзвонитися до Сергія Самарського під час цього живого ефіру. Олександр, давайте я не готов дати исчерпывающий ответ по даному вопросу. Це замети, які більше знають, ніж я. Я просто знаю о том, о чому говорять люди. Про Сергія Самарського. Дві години заступник очільника міста, я вже дві години Григорій Прилєба. Я би хотів, якщо можна, якраз к Леву обратитися, не тільки к Леву по проблематиці, до Грицая, Колосова, і попросити, щоб ці хлопці не балувалися. Не балувалися, тому що це баловство може довести до дуже серйозних і плачевних для них послідствий. Ви знаєте, що як працівники, представники ЛОТ, что вас отключали. Но отключали вас за долги, не за ваши. Так вот, на сегодняшний день ЛЕО, монополист, отключила на сегодняшний день городской совет, отключила ДК, отключила ряд спортивных наших сооружений, корты, бассейны. Завтра уже есть предписание, что они собираются отключить УТЗН, 10 школ, 6 дошкольных заведений. За что? По бюджету проплаты есть. Оказывается, есть вот реактивная электроэнергия. То есть есть активная, пассивная. Так вот эта пассивная, которая откуда-то появляется, она называется реактивная. И там копейки. Цена вопроса 20 тысяч. Долго не платили? Нет. За несколько всего лишь месяцев у нас долгов нет. Причем эта реактивная электроэнергия, как ее называют, которая появилась вроде бы как, не знаю откуда, они же там начисляют, если бы они тарифы чуть-чуть поменьше сделали, там хватало бы всем бы. Но на сегодняшний день эти платежи лежат в казначействе. И они прекрасно знают, что по 447... Это очень важный вопрос. Это на сегодняшний день, я просто Володя Грицай тебе говорю, с вашими зарплатами. Не я сегодня зам губернатора. Ты бы сидел бы у меня в приемной там часа 2-3
Я б тебе мурыжил бы. И а то все ваши бы поарестовал бы, ваши все предприятия. Мы зрозуміли. Так горсовет, я буду первый добиваться. Дайте. Земля, за которую зрозуміли. Они не платят, дайте. И там, где стоят объекты, я первый буду инициировать, чтобы там был такой коэффициент, чтобы вам дурно было. Что вы творите? Горсовет отключен. Ну, завтра может, вот... может нет, быть а подожди, це я хочу, чтобы першу... меня услышали вас почули. Сегодня вас в областной почули. Администрации. Можно накричать, вас почули. Ось майже перша заява нового заступника очільника міста. Що от оголошена така своєрідна війна. Та яка так? Війна? Це війна не війна. Війна це та в головах, ви, наверное, ви чуть-чуть немножечко несоображення. То ми, просто, то ми просто будемо дивитися, де стоять високовольтні лінії. Ну, Олександр, ми зрозуміли вашу позицію. Це не шутки. Дайте, не вас, шутки. Дайте нам... Ми знаходимося в зоні конфлікту. Ми постійно про це говоримо. У нас просто є сила селена до вас запитань. Ціна вопроса 20 тисяч. Ви що, ребята? Ми постійно про це говоримо. 600 гривень? Ми 600 зрозуміли. Гривень в Орсовет я не отключаю. Доброго вечора. Добрий вечір. Дуже стисло, якщо можна. Поблагодарити Григорія Валентиновича за те, що він відкритий, чесний чоловік, якому можна обратитися, за те, що можна його зустріти на вулиці, ми його зустрічаємо, можемо з ним поздороватися, поговорити. Причому це стосується, я думаю, що іменно не тільки жителів Сєвєродонецька, але й інших. Григорій Валентинович допомагав переселенцям, допомагав в ремонті ліфтів, торгующим на рынке, это мы можем не только как бы услышать, но и увидеть, это такая общеизвестная информация. Красно, дякуємо. Ну, от трішечки, ну, скажем так, знизили мы градус нашей беседы. Ну, вы знаете, это очень серьезный вопрос для меня, очень серьезный, как для чиновника уже сегодня этого нашего любимого города, когда на сегодняшний день... Мы обов'язково окремо поспілкуємося, там дуже складна ситуація, мы просто не можем зараз... Складна ситуация. Складна ситуация, когда были миллионы долги. Мы разбиралися сегодня, 20 тысяч... у цьому питанні и хочемо залишити и вас безпосередньо в наших наступних ефірах, як заступника мера, мы обов'язково поговоримо із представниками Лео, і з вами так само, і ви можете у діалозі, поговорити. Я думаю, буде інфраструктура, і торговля, і благоустройство мне підпорядковано, і децентралізація, тому що ми Зарецкий от виступав, я услышал, зашел, что по выборам вы задавали вопрос, так вот, скорее всего, выборы, наверное, и будут на осень, потому что к нам присоединяются 4 сельских совета, значит, это 2 новоайдарских и 2 с Кременского района, поэтому полноценные выборы с мэром, и с депутатами. Конечно. Вона є такий настрій. Обязательно настрій є. Дякуємо Григорію Прегебі. Ми повинні готові бути. Будемо готові і обов'язково побачимося з вами ще.